В 11-й раз во Дворце художественной гимнастики прошли открытые соревнования на Кубок губернатора Омской области. Около 300 спортсменок из 6 регионов – Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской и Иркутской областей – боролась за медали престижного турнира. На торжественном открытии от имени губернатора участниц приветствовал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Антон Чешукин. Нам с удовольствием приезжают в других регионах, с удовольствием соревнуются. И мы стараемся сделать все возможное, чтобы максимально комфортно было здесь, как в размещении, во всех условиях, так и в участии в соревнованиях. Также на церемонии открытия Кубка глава регионального Минспорта, тренеры и воспитанницы Омской школы художественной гимнастики поздравили с днем рождения заслуженного тренера России Веру Ефремовну Штельбаумс. Три дня лучшие спортсменки Сибирского федерального округа выступали на ковре Дворца художественной гимнастики в индивидуальных и групповых программах. В рамках Кубка губернатора по традиции проводились соревнования «Детский кубок». Художницы выступали в 5 категориях – «Смена», «Надежды», «Звездочки», «Подснежники» и «Воробушки». Юные дарования, будущий резерв Омской школы гимнастики, не оставили равнодушными зрителей. Мне нравится, что здесь такие хорошие тренера, мне нравится здесь заниматься. У нас все получилось, мы не уронили поддержку, и у нас ошибок не было. Это для нас крупные соревнования, ответственные. Это для нас еще один шанс набраться опыта и вообще стремиться к большему. В результате всех испытаний 30 из 31 возможной медали завоевали наши спортсменки. Им вновь удалось подтвердить высокий статус Омской школы художественной гимнастики и продолжить ее славные традиции. Мы одни из сильнейших в России. В любом случае, Омская школа с ее огромными традициями, я думаю, работает. И наши гимнастки, конечно, в Омской области, они никогда на последних ролях не будут. Они всегда будут впереди. Будем так стараться.